Перехватывает шайбу Кудака. Выдвинулся он вперед. И теперь катит к воротам. Уезжает к борту. Неточная передача. Как-то вот не подстроились партнеры. Не оказались на той линии, куда действительно было удобно отдавать Вадиму Кудаку. Голубев. Из-под защитников щиток. Щиток Сидорову. Порядин. Добавляет ногами. Голубев понимает, что нужно не уступить в скорости. Сятари отбивает шайбу. Момент у Порядина. Бросок в дальний угол. Когда Сятари уже перемещался, получился бросок в противоход. Не очень сильный, но все равно довольно опасный. Еще один яркий эпизод у ворот Сибири.